В одном из кафе города Лабытнанги развернулась настоящая киноплощадка. Кинокомпания Arctic Light Cinema на протяжении нескольких дней будет снимать комедийный сериал «Осторожно, счастливчик». В кадр киноленты могут попасть и обычные посетители кафе. С главным героем и режиссером кинокартины пообщалась моя коллега Дарья Самородова. Сериал для молодежи «Осторожно, счастливчик» задумали снять на Ямале. Одна из локаций для киносъемок стал «Бургер-клаб» в городе Лабытнанги. Команда энтузиастов запаслась терпением и профессиональной аппаратурой. Главную роль того самого счастливчика играет блогер Вячеслав Кунгуров. Полный положительных эмоций, харизматичный актер вносит в кинокартину большую порцию юмора. Все заключается в юморе. Только будет юмор и все. Будут какие-то нелепые сцены от меня. Что-то играть буду невероятное для себя, что-то новое буду тоже открывать, какие-то роли. В кафе работает профессиональная киностудия Arctic Light Cinema. Здесь будет положено начало всей киноленты. Вся история сериала «Осторожно, счастливчик» основывается на нелепых ситуациях, которые случаются со сборщиком бургеров Вячеславом Кунгуровым. Но всегда ему улыбается удача, а он с легкостью справляется с коррупцией и наркотиками. По сценарию молодежный сериал призывает к здоровому образу жизни. Это первая серия, то есть здесь у нас снимется 60% первой серии. Здесь также будет перестрелка. Мы специально привезли охлаждённое оружие из Москвы. Вот, соответственно, здесь будут специалисты, будут оповещены полиция, медслужба. Вот. То есть, ну, прямо здесь будут такие глобальные съемки. Вот это только начало, и вот это второй день съемок. Вообще идея этого сериала у режиссера Рустама Халикова зародилась еще 5 лет назад. Несколько раз переписывался сценарий, подбирались актеры. В своих работах Рустам использует сложную 3D-графику. Смотрится как одно целое. Грань между реальной картинкой и графикой стирается. Городом Лабытнанги команда не ограничится. У них впереди еще много локаций для съемок сериала. Они побывают в окружной столице и Кургане. Премьера первой серии «Осторожно, счастливчик» выйдет в прокат в кинотеатре «Полярис». Точную дату режиссер не называет. Следите за афишей. Дарья Самородова, Дмитрий Свирит. Программа «Время местное».